одиночном именно разряде Кристина возвращает очень долго. И до сих пор у нее он занимается футболом. Так что все виды спорта переплетены. Ошибается Кики. На очко осталось теннисистке из Нидерландов. Обратный кросс Младенович. Не точно. В одиночном разряде больше только у Эшли Барти. 52. Ну, сегодня австралийку Кики может достать. Ну, пробуй. Здорово обводит Бертанс. Хорошо, Кристина под... Еще один укороченный Open 2018 года и на Australian Open 2019. Отличный резан. Да, глубоко попадает Берг. Уже была на грани ошибки при ударе. Достала мяч Бертанс, но на ее подачу. Удобный мяч получает. Попадает в сетку. Нетра. Попадает в линию Кики. Как же хороша Кристина. Идеально укорочен. Ну как же. Улетает мяч в аут. 0-15. Получила.
Ну, браво, Кики Бертонс, героичен. Хороший глубокий прием и слева. Великолепный сетбол, ну и такие сетболы, как правило, реализуются. Ну да. И свеча отличная. Тут все-таки именно Младенович не самый большой мастер приема, особенно именно первой подачи. На этот раз не то чтобы ука. Ну вот эти полусвечки, это примерно то же самое. Укороченный был не слишком. Продвигается вперед Бертонс и берет пятый гейм в авто. Возьмет. Ну, давалось уже подобное. Ну, нашла. С такой смягченной первой подачи идет к сетке Кристина Младе. И опять инициатива. Ну нет, принимает мягко. Ну, прощается. В линию. Ну, слишком просто сыграла Бертонс. Под левую и вперед. До этого. Как же нравится, да, вот это разнообразие. Да, ну надо было уже... А вот Владенович как раз играет гораздо неудобнее.